Итак, друзья, до сих пор ли нельзя скачать Windows 10 с официального сайта Microsoft? В поиске набираем «скачать Windows 10», заходим на официальный сайт, выбираем здесь, хотите установить, короче, средство для скачивания установки Windows 10, скачивания, создания загруженной флешки и скачивания сообраза Windows 10, видите, ошибка. Всем понятно, из-за того, что мы в России, может быть, средства Update System тоже нет. Друзья, очень плохо, потому что в России Windows 10 самая популярная система операционная, и это печально. Достаточно печально, но, естественно, друзья, если вы зайдете на этот же сайт под VPN и также попытаетесь скачать, то у вас, конечно же, все получится. Единственное, даже из плюсов есть такая логика, что, друзья, значит, если вы можете сами установить Windows 10, то и без проблем, скорее всего, сможете скачать и установить VPN. Вот как я сейчас, вот он вроде как бы включен, давайте проверим. Да, средства можно под VPN скачать, никаких проблем нет. То есть логика в том, что если вы достаточно умны, чтобы установить, настроить BIOS и установить Windows, то, скорее всего, вы умны для того, чтобы включить VPN. У вас все будет работать. Так что, друзья, до сих пор, к сожалению, еще раз подвожу итог. Нельзя скачать в России Windows 10, несмотря на то, что он самый популярный. Ну и до сих пор, значит... До сих пор можно его скачать под VPN, и у меня на канале огромное количество роликов, но и забегая тоже вперед, единственный VPN, который у меня работает и нормальный, и к которому нет никаких претензий, это VPN, так, не этот, не этот, не этот, ну, короче, он называется Troywell, как-то там, вот, единственное, что ссылку я не могу сейчас найти на него, вот, как-то так, а, Troywell, да. Вот этот VPN Troywell. Вот на него сайт. Друзья, вот, собственно, и все. Вот, наконец, нашел бесплатный VPN для Chrome Troywell VPN. Вот так он называется. Ссылка на него, возможно, будет в описании, если не забуду поставить. Всего доброго, всем пока, до свидания.